Всем привет! А мы сейчас едем в зоопарк. Виталинка очень просилась в зоопарк. Рыба, да, она там хочет смотреть рыбу. В общем, Виталинка очень просилась в зоопарк, и мы собрались и поехали. Но я не знаю, как с погодой у нас сегодня сложится, потому что то хорошая погода, то дождик идет. Но по прогнозам посмотрели, что сегодня передали ливневые дожди. Надеюсь, они нас пронесут. Да, Виталинка рассказывает, что мы взяли зонтик, мы два зонтика взяли. В общем, если что, у нас от дождя есть защита. В общем, мы берем вас с собой. И еще хотела сказать, что мы едем с Виталининым другом Назаром и с Людой и с Васей. Вот, так что мы едем в компании. Тату, да. У Назара тату, а у тебя папа, да? Понятно. А у тебя дети, у тебя братики, но братики не поехали в зоопарк. Да. А дети она поехала. А Назар поехал, потому что братики уже взрослые, им не интересно. Да, зайка. А тебе интересно, да, зайчик? Конечно. Вход. Вот, да, это вход в зоопарк. Хотела сказать, что там в этом году птички, да, в этом году мы в зоопарк едем впервые, мы еще не были, и там он у нас после ремонта, после реставрации, я думаю, нам понравится, да? Да. Да? Да. Да. Мы уже подошли к зоопарку. Сейчас пойдем купим билетик. Уже Назарчик к нам приехал. А что вы тут смотрите? Ух ты! Ну что, пошлите? Пошли. Пошли к рыбкам сразу, да? Пошли, Виталин. Не обещаю. Виталин, догоняй. Главное, что мы куклу взяли. Да, она так нужна нам сейчас будет. Смотри, вот Виталин. Красота, правда, Виталинка? Смотри, какие рыбы. Смотри, какое красивое озеро, да? Пошли, зайчик, дальше. Пошлите. Пошлите. Погнали. Вот Виталине классно здесь на самокате кататься. Горка, да? Ну давай, едь. Едь, зайка. Красиво что сделали значит? Это, да? Там цветочки, там что зовет? Зовет нас Виталина. Куда-то управляет уже. Виталин, смотри, сколько рыбок. Сколько рыбок здесь, да? Вот это классно сделали. Там ходит, смотришь, вон какая красота. Водичка чистая, рыбок видно. И никто не додал соточки взять, а? Да, сейчас будем ловить. Вот это рыба, да? Мочи, мочи. Класс, я вижу, доченька, вижу. Мочи, большая, я делаю. Ого. Да. Черная. Конечно. Виталинка, видишь, они хотят кушать. Они думают, что их сейчас мы будем кормить. Да. Какие красивые петухи здесь. Какие красивые детки у нас!
Ага! Бегом, батоны. Нам дали корм, и мы сейчас покормим рыбок. Так, жменьку бросайте. Да, по чуть-чуть. Давай вот так вот. Основные знаки. Ну да, они же знают. Так, давайте. А ну назад. Подальше сейчас. Да. И тебя, давай, бросай. Надь. Зила, да? Так, да. На, держи ты. Давай, попробуй. Бросай, Виталинка, бросай. Держи вот, вот ладошкой. Смотрите, как много рыбок подошло, да? Сейчас, они все сюда приезжают. Конечно. Знают уже. Бросай туда, туда бросай. Сразу так уж жменьку бросай. Виталина, бросай. Виталина по одному. Она в кармане. Ну что, накормили или еще у вас там есть? У нас есть еще. Еще есть? Детки кормят рыбок. А вон какой золотистый есть, красивый. Так, сейчас. Бросай, Назарчик. Да, сейчас тебя. Ну, правда, актуально вот эти тоже. Зелень, купили, не карты, там, молосатый. А как они кушают? Да я посмотрю. А то я кормлю и не вижу. Я детям все даю, даю. Класс. Да-да-да, сейчас ты. А ну да, я туда чуть-чуть им кину. Подальше, подальше, да, бросай. Да, вот там, где вся вот эта мелочь как раз. Ух ты. Плавает. Ой, класс. Он мелочевки. А я сразу, слушай, папе нельзя, только маленький. Виталинке надо и Назарчику, да? Назарчик, тебе нравится кормить? Да? Давай, Назарчик, давай. Нет. Вот так, малый, давай ты. Бросай сразу все. Бросай, бросай. Молодец. И там рыбок подкормишь, да? А вон плавает, смотри, как будто бы рыбка Немо. Она спряталась за под листик. Да-да-да. Не выплывает. Нравится тебе, да? Я не вижу рыбу. Рыбу не видишь? А рыба же вся вот там, возле беседки, там, где мы кормили. Помнишь? Вот там она, посмотри. Вон, видишь рыбка? Вон, далеко-далеко. Давай приблизим. Вон, смотри. Вот смотри, как еда большой. Это пеликан. Да, их так много. Много, да, Виталинка? Класс.
По-моему, у нас погодка хорошая. Смотри, да, солнышко. Вышло. Красота. Да. Красота. Да? Может, нам с погодкой повезет. Обезьянки. Идем искать обезьянок. Да, хочешь обезьянок очень? Виталина приехала ради рыбок и обезьян. Покормили мы рыбок. Детки получили удовольствие. А кто будет приезжать в Киев? В зоопарк? Приходите вот сюда, покупайте корм и кормите рыбок. Да, вот здесь вот продается. Вот карамельки. Да. Покажи карамельки. Вот тут вы можете купить корм. И покормить рыбок. Покормить рыбок. И детки получат удовольствие. Пошли, пошли, ну, пошли, зайка. Ну, дальше, да? Да. И обезьянок, да, просит? Пойдем. Ну, все, до свидания. Все, спасибо большое. До свидания. Спасибо.